приехали на рыбалку, за нами тут хасочка. Иди туда. Бегает тут такая шальная хаска. Как ее правильно? Хаска, хаски. Короче, носится здесь. Мишка у меня он уже ловит, а я еще только забрасываю. Не забрасываю даже, а распутываю. Ладно, сейчас, друзья, начнем ловить. Посмотрим, что нас сегодня ждет нас. Вот первая рыбина наша, друзья. Судачок попался. Вот такой маленький. Вот такой клыкастый. Что, отпустим мы его, да, Миш? Какой? А, что такой маленького? Ой, пускай растет. В 5 вечера, друзья, попал судачок. Ну, уже есть, как говорится, азарт. Что судак есть. Будем ловить. А вот, друзья, смотрите, Мишка у меня поймал маленького кунечка. Сейчас, конечно, отпустит он его такого, да, маленького. На мушку. И поймал вот на такую мушку. Вот смотрите. Там посоветовали сегодня в магазине, купите, говорит, обязательно. Не мушка, а личинка стрекозы. От Юрия Петрыша, да, Миш? Да. Вот такая. Спасибо, сейчас полой. Вот Мишка только первый заброс сделал, сразу же окуня вытащил. Будем проверять, друзья. Может и правда наживка есть, наживка. А вот что-то далеко взялось, небольшое. Далеко Миш клюнул. Какая-то рыбешка. Окунек, по-моему, да, окунек вместе с травой. Вот такой пока мелкий. Ну, уже есть настроение, что клюет рыба. А сегодня такая тишина на речке. Вообще сказка. Все слышно, кто на другом берегу разговаривает. Наверное, нас также слышно, да, Миш? Вообще тишина, штиль полный. Может, сегодня нам повезет. Может, что, отхватим хорошего? Пока вот клюет. Клюет далеко сегодня от берега. О, Миша есть. Что там у тебя, ну-ка, скажешь нам? Миша, у меня есть. В азарте уже весь. Ну, вытаскивай, хватит оттащить его в воде. О, Миша судачок попался. Ну, маленький, вот маленький ловится. Сейчас я вытащу, пойду к тебе посмотреть. Клюет, друзья, на эту, на личинку у Миши. Неплохо. Значит, наверное, тоже мне личинку надо цеплять. Да, спасибо, только нам бы еще зачко побольше. Смотри. Вот, смотри, друзья, благодаря Юрию Петрышу, еще пока фамилии мы точно не знаем. Угу. А я сейчас покажу вам, у меня есть коробка здесь. И прочитаю сам. Так, вот, вот такие вот, смотрите. 99 рублей купили в магазине. Вот, проверено, Юрий Петрыш. Или... Сейчас будем цеплять. Еще вот я еще таких взял. Это недорого, я считаю. Вот у нас, не в Китае, нигде. Это нормальная цена. Ловим, Михон, отпускай судачка. Угу. Маленький, пускай живет. Обойдемся, мы таких есть, да? Угу. А то мы тут всю природу уничтожим. Так, давай. О, поплыл, красавчик. Как красиво. Лайк за судачка твоего. Нацепил свою опять обратно и сразу окунька поймал. Сегодня мелкий окунь клюет, совсем мелкий. Опять своего червячка нацепил вот такого. И на это, правда, тоже клевал, но я не вытащил. Что-то дернуло. На того, на ту стрекозу. Мелкий что-то окунек сегодня пока клюет, да, Миш? Зато судачок порадовал нас. Сколько мы с тобой уже, двух или трех поймали? Одного я, одного Мишка, да. А там и рыбка-то есть. Ну, вот около берега что-то хватануло. Около берега, ага. Ну, покрупнее около берега. Но все равно мелкий. Покрупнее, но мелкий. Такого вот мы и так же отпускаем. О, сейчас я быстренько мужичку на голову заброшу. И держи, чтобы не плавал тут. Не мутил нам воду, да, Миха? Да я прикалываюсь. Прикалываюсь, Миха. Друзья, не клювало часа два. И вот, наконец, клюнуло. Часа два, с Мишкой. Кидаем. Ни у кого. И, наконец, вот крупненький клюнул окунек. Миша, видал? Может, к вечеру будет клювать все-таки на ночь. Такой.
Вон гонять начал, видел? Что-то взялось покрупней. Далеко взялось. Может, судачок, надеюсь, потому что так обычно он клюет. Вроде как крупненький. Ага, хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Тихо, 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 тихо. Окунь хорош. И смотри, какой окунь хороший. Вот, друзья, хороший окунь. Вот это уже зачетный красавец. Таких надо брать. Только хорошо сопротивлялся прямо. Я думал, там что-то... Судачок, думал, какой-нибудь. Бах, прям так на дно придавил. Как прямо как... Как судачок. Может, видите, к вечеру начинает маленько поклевывать. Ну, друзья, от Юрия Петрышева нацепил. И сразу у меня клюнул. И тоже, по-моему, хороший окунек. В траву, правда, повел. Нет, не окунек. Судачок. Судачок, более-менее, друзья. Судачок, смотрите. Вот такой красавчик. Так, судак, судачок. На Юрия Петрышевскую. Вот на вот такую поклюнул. Вот такой красавчик. Работает от Юрия Петрыша. Вот опять вернулся на это место. И опять, по-моему, меня сразу клюнуло. Там обкидал, обкидал. А вот здесь, походу, он держится. Судачок. Главное его на траву, если он тащит. Может, не судачок. Ну, думаю, что судачок. Ну, вот такой судачок очередной, небольшой. Где большие судачки? Где вы большие? А это что-то совсем маленький, да, Миха? Блин, зубастый. Еще и заглотил. Что, это придется забрать, Миша, а то иначе он умрет. Будешь кушать его. Видите, друзья, он не заглатывает некоторые. Надо его забрать придется. Давайте-ка опять в этом месте киданем. В нашем уловистом промеж вот этих камышков. Вот здесь вот попадался. Уже не раз. Судачок. А там вот только в другом месте. Здесь тоже не попадался. Хотя вот Мишке попался сегодня. Да, Миш, там же тебе судачок попался. Где ты сейчас ловишь?